Серым так побыли. Сюда я сама пришла. А назад мне уже Сергей везет. Вот такие вот у нас места в западе, в западной дыре, как говорят, да? Но кладбище вот такое же, которое сейчас посетили, это уже второе такое. Там. Здесь дорогу сделали, смотрите. Да. Я это смотрела, и дачники где. Я все-таки думала, что озеро освободили, нифига, блин, ворота при мне открывали, закрывали. Да-да. Кошмар. Частную собственно сделали за предохождение. Здесь сделали дорогу, а там дальше такая булыжно-мостовая. Ну, я сейчас скажу, где я встретила нашего этого. Это дачная область. Староста, да, дачная область. Я вот так вот там недалеко встретила. Где-то вот тут вот. Ушел пешком. Я даже не спросила, куда он дальше. Вот там может повернуть наверх в город. Где-то вот здесь вот повстречался. А это... Тут уже такая. Я тоже проходила. Вот эти все дачи, почти во всех дачах сидят люди. Они приехали с города и не хотят никакого. Ну хорошо, комендантский час. Но они поедут утром на работу. Потому что они здесь свободнее себя чувствуют, чем квартира. Они хорошо прошло. Ну, вот этот интересно, у него череп такой. Пила, вот тут тоже у него эти черепа. Но я когда была, люди были, так не сильно фоткала. А когда пешком ходили, много раз фоткали. Любитель черепов. И у него зимой эти черепа. Это наверху дачки тоже. У кого как. А, даже уже видела и на елку, я не фоткала, но уже нацепили это несколько игрушек этих новогодних. Представляешь, вот там, где такая хубка от Лего. Я смотрю, на елочку засмотрелась, что уже там игрушки повесили, знаешь? А, так вот, такие дачки. А туда я там ходила, этот водный лещ. Тут вот я уже показывала, здесь лыжня. А уже темнеет. День короткий, 4 часа уже такой пасмурный, уже солнце садится. Вот кто-то так тоже красиво, да, подстригает. Да, красиво здесь подстрижено. Туда выровнено вот это вот. Из елочки такие проходы. Молодцы. Стараются. Уличка такая. Да, да, да. Дачники. Тут тоже уже вот такое. А раньше много дач здесь продавалось. Смотри, все купили. Я говорю, что вот это вот наше, вот тут оно уже Балучино начинается. Вот это по цене улица. Домов продают, да. Блин, это кошмар. А теперь вот там поставили плот, они этот понтон, и все позакрывали проход. Люди любили ходить вот вокруг озера, теперь не сильно пройдешь. Еще и на военной машине проезжал хозяин, видимо, тут, там. Кошмар. Что за военная? А военная машина, потом посмотрим, правда, сзади. Типа Бобика, да, лишь? Нет, грузовая. Грузовик. Угу. И везде заказ вступ, запрет входа. Ну, не знаю, вот продал город такой вот кусок. А теперь сами жалеют, что продали. Поговорили, что он это все уберет. Ничего не убрал, потому что частная собственность. Он не хочет, чтобы туда ходили. Хотя сама вода не его. Ну, вода не его, а... Попасть к воде надо? Да. А вокруг его? Непонятно, что там. Сегодня жила, парень ставил этот забор, уже сделал. А там что-то сильно мокро. Я говорю, здесь недостатка воды сильно не чувствуется, вода есть. Там и там. Здесь уже нету асфальта, уже так подсыпано. Вообще получается, что это от нашего села вот эта территория. Он еще и докупил. Взяли, продали вот этот проход по гразу, по дамбе. И все, и теперь туристы не могут с одной стороны дамбы пройти вот по ней. Конечно, при мне открыла ворота, закрыла. Наставили там понтоны всяких в этих вот. Очень жаль. Красиво было, а?
кого это интересует. Везде сделали подход. Кого-то она там пропускала. Номера не наши. Ну, смотри, ворота. А люди говорят, уже все снялось. Нифига не сняла. Вот так вот эти ворота, проход, запрет проход. К озеру. А тут уже все снимала, шла пешком. Вот эта электростанция, но они ее не запустили. Потому что надо работать, думаю. Да, не знаю, не похоже. Вот у нас такие уже бетонки положены. Ух ты. А тут уже, вот тут вот отсюда до дома 3 километра. Видишь? 3 написано. 2 от поворота. Он же даже специально написал, когда на рыбу этих манил рыбаков. Ну, куча народу знакомых встретилась. А это вот ограждение, соседи там пасут коров. Сделали там загородку такую. Но самих коров я не увидела. Они куда-то их переместили. Но этого электрического уже не собрали. Запотела немножко. Что, холодает на улице, да? Да. Пошла, тепло было. 11 градусов было тепло. Сигнал GPS-станция. Ну, так это хорошо. То на немецкий переходит сигнал, то такое. Ну, да. Уж под горой. Яма. Ну, там у них мостик, смотри. Сейчас будем проезжать. Это у меня да сильно запотевшее. Ну, там вот, или какие-то деревья посадили, не знаю кто. Вроде по зимок в аренде. А там вот мостик для коровы сделали. Для коров, чтобы коровы могли переходить. Мы ходили туристы. И вот там у них да, обычно пасутся коровы. Сейчас нету ни баранов, ни овец, не знаю, что-то куда все дели. Переместили куда-то. Ага, вот это вот загончик. Вот. Загон поставил, как бы там в загон их загонять. И там никого нет. Заниматься перевожением, перевозить. Видел, марингодка у них там. Какая-то платформа. Всякая-всячина. А там на западе солнышко садится в нашу сторону. Красиво. Вот эту фабрику я снимала. Она не действует. Текстиль производила. Короче, ее там уже на металл разбирали. Так стоит. Как памятник сама себе. А была большая фабрика. Много людей на ней работало. Что с ней делать? Вот. Вот этих вот я гавриков видела. Барашки. Козочки. Это вот, наверное, это сосед у меня. Так, такие у него барашки такие хорошенькие, такие упитанные. Живая газонка снесла. Да, здесь везде дома были. Ну, вот они здесь все загораживали, а где их не зверята, не знаю. Дома, дома, дома. Вот этот подвал тоже сняла. Вот этот подвал. Не знаю, Ирке принадлежит, нет? Вот это вот, вот сюда влево. Похоже на Иркину, да, дорога. Подвал вот туда проваливается. Вот это. Такой у него как замок. Какому-то промышленнику. Да, кому промышленнику принадлежал раньше этот дом. А там шла, на меня собаки кидались. Чего она удивляется, что собака там бегала? Чего у них там такого, что таких две овчарки или бульдога держать, не знаю. Вот в этом справа дома. Это кошмар. Страшно идти, они вылазят через непривязанное. Нету машины, нету. Вот она аж сюда бежала за мной.
Может, вот туда, к тому столбику. Спор нет? Нет, нет. Словак. Да. С перепугу охрану нацепил. А так у нас не докончили этот тротуар. Ну, что сделать? Вот так мы и живем. Пенсион. Тут была почта. Хорошо, что тоже снимала. Почта уже нет. И не будет. Там своя история.